И здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы вместе с Андреем продолжаем играть в модный летсплей по Майнкрафту. 16? Какая? Какая 16? Серия? Ты сколько раз уже путаешь? 14. Короче, мы немножко обновили нашу сборку, мы добавили сюда моды Just Know Items, который добавляет вот это вот крутое меню. Мы добавили Библиокрафт на вот такие вот классные предметы, которые сделают мой дом еще красивее. Ну и дом Андрея тоже. А также Industrial Craft 2 добавили. Потому что я хотел создать железные печки, которые плавили бы быстрее. Ну, впрочем, помимо него, может, еще что полезное найдется. Так, во-первых, я сразу выкладываю уголь. Беру железо. И обычную печку беру и крафчу из нее железную. Я неправильно скрафтил, что ли? А ты рецепты крафта смотрю на жизнь. Сейчас посмотрю я. Но я думал, что ее надо железом было обложить. Оказывается, как-то не так оно крафтится. Так, вот Industrial Craft пошел. Что за блоки вообще? Что это за хрень? А, это из сумеречного леса пошло. А где же железная печка-то? А снизу поиск есть. Сейчас так снизу все равно найду. Может ее вообще просто нету. Так. Автоматический верстак, буровая установка, помпа, шлюз, цистерна. Робот. Ой, я быстрее сделаю сейчас. А, это билдкрафт. Это билдкрафт, это не индастриал, я смотрю. Вообще-то индастриал, я просто вбил железную печь. Железная пластина нужна, железная пластина делается... А, железная пластина, вспомнил, да, железная пластина, да, помню индастриал крафт. Вот они все. Так, вот железная там пластина. Как... Поиск есть у меня. Кузнечный молот нужен. Так, а, ну кузнечный молот, не скрафтить вообще без проблем. Нужно нам дерево. Надо их много, этих молотов, походу, потому что там они много где применяются, походу. Я пока сделаю один. По-моему, вот так вот он крафтится. Вот он. Так, 5 штучек надо. Тынь-тынь-тынь-тынь. Сделали. Тыканье молота. Кладем его в сундук. И, короче, обкладываем печку. Отлично, железная печь появилась у меня наконец-то. А можешь мне тоже скрафтить? Так, еще пластины делать надо. А, я молот уже убрал в сундук. А то я пока равняю территорию. 5 пластин. А еще надо будет парочку лопат опять мне. Да ты угораешь, что ли, ёп. Так ты сходи, посмотри, что делаю. Тынь-тынь-тынь. Сделал пластины. Если ты хочешь, чтобы я тебе сделал железную печку, мне придется взять у тебя обычную печку. Ну возьми мне что. Только из нее это уголь переложи куда-нибудь в сундук. Конечно. А какую печку тебе? Которая здесь или которая у тебя дома где-то или где? Которая на базе где-то стоит. А там нет угля. Где? Там их две где-то. Ну да-то. В ней даже и угля-то нету. А в какой-то есть, по-моему, нет? А во второй это дерево. Так, я сделал тебе одну железную печь. Так, все, надо бежать в дом. Да. Ночь. И пока что я поставлю булыжник. О, как быстро оно начало плавиться. Отлично, бегом спать. А мне здесь земли опять полным-полно будет сейчас. Ну ничего, зато для терраформинга много ресурсов. Все, спим. Отлично.
Я, кстати говоря, после записи прошлого выпуска я, оказывается, допустил один серьезный просчет в своем какой? Доме. Оказывается, вот эта вот длина дома, вот в этом месте, слишком короткая и отличается от того, что было на том снимке и в том летсплее. Я просчитал, он, оказывается, короткий слишком, поэтому на чердаке так мало места. Чердак будет, но в нем, похоже, просто обычный какой-то склад будет. Ну я бы дорастил просто чуть-чуть и все. А ведь тогда в том летсплее я, короче, очень уютное место для ночлега такое сделал там. А тут оно не влезет уже. Ладно, я придумал, как компенсировать эту вещь. Я сделаю это место для ночлега в доме Андрея. В смысле, блин, в моем доме? Да ладно, шучу. Я сделаю его в своем подвале. Нормально, так пожить в подвале тебе придется, да? Ну, вот здесь выроем его, короче. Так, я пока... слушай, ты можешь мне лопаткой сделать, пока я раскапываюсь? Сейчас я сам тут накопаю сначала. Так, мне ширину надо вот так. Тык-т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 ык. Где-то 5 на 5 блоков сделаю. Я пока здесь разравниваю участочек для карьера, который я все пытаюсь скрафтить уже 14 выпуск. Который Андрей до сих пор не знает, как сделать. Да. У меня есть рецепты крафта, теперь я это смогу. Да. Да просто там, может, установка какая-то необычная у него будет. Но сначала надо создать, насколько я помню, улучшенный верстак. Если я правильно помню. Возможно, но не уверен пока. Ладно, ладно, фундамент весь этот раскопан уже. Надо сделать тебе лопату и это. Ну-ка, сколько там уже? 20 штук расплавлено, а хорошо. Две все лопаты. Лопата кончилась, быстрее тащи лопату. Две тебе лопаты надо вроде как, да? Ну хотя бы две. Хотя бы две. Сколько? Интересно, самый внимательный, посчитай, сколько я лопат потратил за этот выпуск. Уж точно больше, чем я. Ну да, есть такое немножко. Я тебе, блин, все делаю. Чего ж ты сам себе лопату сделать не можешь? Не знаю, просто не успеваю никак. Как же ты сильно занят, блин, да. Ладно. Так я, блин, на наше благо работаю. Я пока буду делать оставшиеся ступеньки для... А я пока карьер не построю, я не смогу ничего дальше строить. У меня нет столько ресурсов на крышу просто физически. Ну вот, а я буду сейчас пытаться добыть их. А ты можешь потом еще посмотреть этот улучшенный верстак рецепт крафта? Да, только сначала сделаю ступеньки. А, все уже не влезает. 24 больше надо. Этого не хватит. Этого мало будет точно. Так, тут хватит еще на 8 ступенек. Ой. Если у тебя вдруг ступеньки останутся, мне одолжи одно. Я в этом сомневаюсь, конечно, что останутся. Скорее всего, не наоборот, не хватит. Ну, посмотрим. Просто беру, если будут оставаться. Да. Тык-тык-тык-тык-тык. Видите, как мало места для чердака? Сюда разве что склад какой-то можно сделать. Из сундуков, которым еще и пользоваться поди не будем. Но тем не менее, хоть какой-то чердак тем не менее есть.
Если мы нормальные ресурсы раскопаем, я буду улучшать склад, в общем. Я поставлю туда золотые сундуки, чтобы хотя бы было во что складывать. Так, еще надо два слоя. А представь, если бы мы бы сейчас бы раскапывались на какой-нибудь новой версии, сколько бы блоков вниз у нас ресурсов было еще? Много. Если бы карьером раскапывали. А там до минус сотой или чего-то? Коблин, того? Коблин. Ай, блин, больно бьется. Опа, опять лопата сломалась. О, золотой сундук ты сделал, ничего себе, я не заметил что-то даже. А можно я, можно я украду его? Нет. По-моему, кстати, медный еще можно сундук сделать, но по-моему он будет по величине не изменится, будет таким же, как железный. И толку с него никакого нету. Я тебе только один железный смогу дать, чтобы ты его потом сам улучшил. Шучу. Сначала давай раскопаем здесь участок. Блин, я уже готовился забрать у тебя железный сундук. А там они, по-моему, все под что-то пока лежат. Сейчас проверим. Так. Ну да, пока все заняты. Слушай, ты можешь мне этот опять лопату сделать? Да ты угораешь надо мной, что ли, или что? Нет. Короче, я тебе немного расходованную дам. Уже хорошо. А себе сделаю новую. И в еловый лес снова отправлюсь. Мне надо немного досок опять. Чтобы доски доделать это... пол на чердаке. Доски это вещь нужная. Для этого парочку деревьев срубить надо. Не более того. После того, как закончу основную часть, приступлю к декорациям. Там поставлю, например, этот. Что-нибудь из библиокрафта буду ставить. Коричневые деревья тут все какие-то, блин. Так, этого тоже вот так. Так, ну окей, этого хватит. Я тебе один железный сундук уже нашел. Так что я тебе сейчас его принесу к дому. Оба, золото. Так, я тебе пошнулся. Ты не забрал лопату. А че ты. Ты че домой их ко мне привел? А здесь удобно их убивать. Ну ладно. Так, я тебе сундук железный пока дропну сюда. На. Окей. Благодарю. От всей души тебя благодарю. Так, лопата где? А, вот он лопату вижу. Уже хорошо, что лопата есть. Я пока землю поубираю все. Отлично, теперь есть потолок на третьем этаже. Но ты че его коряво так поставил? Просто типа дропнул как смог. Пока что. Так, где бы его поставить? Какое-нибудь хорошее место поставить надо. Опа! Вторая лопата кончилась. Пусть здесь будет пока на втором этаже стоять. Слышишь, я говорю, вторая лопата кончилась. Да сделай сам себе лопату, я уже задолбался на тебя ресурсы тратить. У меня железа нет, я тебе больше хочу сказать. А куда же оно, а куда ты его все дел? Как куда? По-моему, я его на сундуки все потратил. А, ну да.
А, ладно, сейчас. Еще три лопаты надо. Да! Блин, это и железо все потрачу. Я говорю, зато оно окупится скоро. Если мы, конечно, до карьеры как-то доберемся по чуть-чуть, плавненько. Чую через... Так, я чую через... Минут через 10 ты у меня еще три лопаты попросишь. Ты 6 лопат уже крафтишь, что ли? Так, ты куда ты побежал? Ну, лопаты я тебе кидаю. Очень спасибо. Все, спать пошли. Спать. Да, на следующий день уж точно доделаю я крышу до конца. О, доброе утро, этот мир, пора завтракать. Большое. А я все дальше терраформингом занимаюсь. Боже, когда я закончу уже сносить это все. Место нужное. Надо немного. Опа, все, больше не хватает. Сейчас раскопаю, как бы интересно будет посмотреть, сильно ли будет. Так, третья лопата кончилась, четвертая в дело. Эх, чую, добром не кончится это. Ты про что? Про лопаты твои. Но зато я хотя бы здесь порядок все вокруг привожу. Ты бы лучше бы помогал как-то. И я. Хотя ты лопаты. Ну а что? А ты мне помогаешь, что ли? Ты с меня рисуешь. Я тебе помогаю, эти лопаты, блин, делаю. Одну за другой. А, тут оп... ну, я думаю, что опыт. Этих оставшихся... Опыт из железной печи, кстати, надо вручную собирать. Нажатием кнопки. Удобно. Так. Сколько, блин, земли? Это мне хватит, чтобы заровнять, наверное, очень большой участок. Так, 28 новых ступенек пока начнем пока их ставить. Этого, скорее всего, не хватит для полной крыши, но посмотрим. Надо заранее факел на чердаке поставить, а то тут будет темно сейчас. И здесь тоже. Блин, надо было изначально, знаешь, что сделать? Надо было снять до и после, как мы прокачали эту земельку всю здесь вокруг. Ну так это и так понятно будет. Во всех же сериях это все видно будет, как это все развивалось. Так, ступеньки кончились. Еще один слой надо. Ну ладно, осталось совсем немного ступенек до окончания работ строительных. Так. Наверху. Четвертая лопата кончилась, пятая пошла. Беда наступает. Пятая лопата. Что ты говоришь? Беда наступает, походу. Зато я вручную здесь сколько расчищаю сейчас. Так, еще один блок.
Где-то вот такой вот, наверное, кусок раза. Хватит. Отрывать пока надо, останавливаем печь. Есть у меня что плавить? Если у тебя есть что плавить, то тебе повезло очень крупно. Нет, ничего больше нету. Все расплавил уже. Ступенник уже, я думаю, хватит. Ну ты если что, крафти ступеньки, мне понадобятся. Ура! Я кусок разорвал. Ты бы сам себе бы крафтил, а то я за тебя все делаю, блин, не так ли? Ну зато я нам делаю место под карьер. Каков молодец. Ну да, ты прав. Две ступенечки осталось, крыша полностью готова наконец-то. Две ступенечки для меня, да? Ну да. Хотя, в принципе, еще стоит сделать ступеньки для портала в ад, но я, наверное, просто из булыжника их сделаю. У тебя почти готово. Так, вот все, что нужно, блин, надо вот в какой-то из сундуков. Так, ладно, короче, делаем проще. Сейчас я поставлю один железный сундук. Один железный сундук сейчас поставлю. Все, что будет нужно, я буду туда складывать. А всякую помойку буду в другое место складывать. Куда-нибудь. Да. Так, все, что нужное. Вот. Так, дерево. Вот это нужное, 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 нужное. Надо, 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 надо. Надо, надо. Надо, 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 тоже надо, тоже надо, тоже надо. Надо, о, краситель желтый нужен. Седло надо, но псена нужен. Да, так, это надо. Ты седло уже успел раздобыть? Где-то. Ну, вообще-то в храме том. А, да. Свекла нужна, не нужна. Лестница, дверь, картошка, факел. Пусть еще. Кость, камень, нет, там вот это. Пока все, что нужно есть, я складываю. Блин, вот ты осколки глаза циклопа, блин, разбрасываешь, не убираешь за собой, а они мне в инвентарь попадают. Так, надо еще один сундук ставить. Вычищать приходится, блин. А ты прикинь, сколько здесь у нас типа нужных ресурсов? Да. Шерсти есть. Так, шерсть. Реалмит, книга, лазурит, снопсена, говядина, уголь, порох, стрела. Мотыга нужна будет. Так, ладно. Так, семян нам его более чем достаточно будет на посадке. Фиг с ним. Ну, перо еще может быть понадобится. Все это каменная пыль. Остальное все в помойку просто. В помойку. Не, ну серьезно, нафиг бы нам нужны некоторые ресурсы, я не знаю. Вот, теперь стало чище в инвентаре. Все, я хоть немножко разобрал. Так, печка. К нужному. Так, саженец дуба в помойку его. Так, хлеб где? А нет, пусть будет еще пока. Хлеб. А где хлеб? Блин, нужный был где-то, я его потерял. Кошмар какой. Ага, хорошо, вот теперь. Вот так. Так, каменные плиты нужны. Так, есть что-то из нужного здесь? Нет? Твою ж ты налево. Ладно, пусть будет в земле все это.
тогда. Останавливаем плейлист тогда. Так, все, это великолепно. Все, чистенько наконец стало в инвентаре. Так, вечер, да, наступает по чуть-чуть. Ну да. Так. Надо будет еще потом лопаток. Кстати, сходи, реалмит, забери у меня в сундуке возле золотого, который. А зачем? Тебе реалмит? Ну, просто чтоб. Ну, чтобы он был как-то у тебя, а то, блин, мы его кусками как раз раскидали везде. Сейчас. Секунду. Кое-что сделать надо. Есть что-нибудь полезное, что и можно было бы сюда поставить? Он крафтинг, разборочный верстак, так. О, разборочный верстак. Да. Тема. Это в сумеречный лес надо. Так, опять будет. Ночь, пошли спать быстрее. Быстрее. Сейчас, секунду. Блин, этот домик точно отсюда разберу, потому что он не сюда, не туда. А, я сюда этот сундук железный поставлю. Я сплю, жду тебя. Сейчас принесу туда сундук. Отлично. А, еще надо. А, еще дверь сделать надо. Сейчас, я быстро. Вот она. Как раз одна есть дверь в сундуке. Отлично. Давай быстрее спи. О, классно. О, хорошо здесь. Так, метки, метки, метки. А, только одна метка. Блин, не хватает. Обычно, каждый раз приходится ее переустанавливать. А можно одну из них вот такую сделать? Да, можно. Ровно на два сундука хватает. Надо еще дерево. Надо циклопов будет фармить как-то. С них золото выпадает хотя бы. Я решил доломать деревянную кирку. Ну, молодец, блин. Да. Ну, чтобы она не болталась туда-сюда, блин. Сейчас вот доломаем. Ура, все сломал. Ой, реалмит, как он быстро работает, а. Практически махом так сносит. Да. А в аду-то как он махаматский камень сносить будет? То есть, так это ж ты вообще охренеешь. У меня появилась идея, как можно будет дом прокачать. Да ну, и как же? Потом увидишь. А, так и думал. Это секрет. Так. Так, давай сначала думать. Один. У меня есть идея, Макс. У меня есть идея. Какая же? Сделать вот на месте той базы, в которой мы начинали жить. Там можно будет на этом месте сделать мастерскую, где будет типа стоять улучшенный верстак, какая-нибудь там печь.
Но можно прям в это. Но можно тогда не сносить его, а просто поставить. Нет, там... я хочу его снести и сделать красивое что-то. Да такое. Ты. Ой, блин. Такую памятную вещь хочешь снести, блин. Да, и дерево с крыши точно убрать. Ну а что, я хочу как-то красиво делать. Сделай, пожалуйста, еще лопаты 3. Да! Или 2 хотя бы. Я так и знал. Вот я так и знал, блин. Ну мне не хватает лопат, я тут разбираю землю. Ты что сам не сделаешь, а? Да, сама она не сделается. Я говорю, ты почему сам не сделаешь? Не знаю, она не крафтится у меня. Я за тебя все делаю. Ты когда ты мне уже оплатишь чем-нибудь? А, хотя ты мне железный сундук один дал, хотя надо было бы... Я тут раскапываю место под карьер. Я тебе повторял миллион раз. Да. Сейчас вот раскапываю по чуть-чуть здесь. Зато сколько земли у нас сейчас будет, я не знаю. Я тоже. Ты начал золотой сундук складывать, уже много занято там места. Сейчас посмотрим, сколько в итоге будет. Отлично. Отличное место. Смотри, какая площадка здесь большая, да, оказывается? Сейчас, подожди, я в подвале. Отлично. Подвал у меня практически готов. Так, вот. Все комнаты в нем есть, все проходы. Так, я сейчас вот этой по прямой пойду, мне надо посмотреть. Так, по прямой. Так, дом готов у меня. Наконец-то. Я имею в виду по строительной части. А, булыжник тут откуда-то взялся. Где? Под крышей. Надо снести его. Принимаю булыжник в дар. Я сейчас, кстати, вот булыжник весь вот этот заменю на землю, потому что я хочу здесь лужайку видеть. Это может быть дорожки, кстати, сделать, если что, из гравия. Так, короче... Ладно, сделал я тебе 3 лопаты. Я принес тебе лопаты. Очень спасибо. Но только такие. Такие. Только попробуй мне деревянные скинуть. Ну, фиг с ним сойдет, уже хотя бы хоть что-то. А то я так железо все потрачу на тебя. Или напасешься на меня железо. Да уж, подумаешь. Обалдеть, ты землей сундук забил. Кстати, помню, смотрел летсплей, был какой-то мод, короче. И там можно было сделать сундук из грязи. Фига себе. Сундук из земли. А я не помню, какой-то мод у нас был на том летсплее. У нас, короче... Сундуки были рамочные, так прикольно было, ты видел, что в сундуке хотя бы. И, короче, прозрачный ты имеешь в виду? Да, а еще туда... Это стеклянный играли, сундук там... можно сделать, но на него алмазы нужны. А еще мы когда с Данилом играли, туда подходишь к сундуку, и видно список, что в нем лежит сверху, над ним высвечивался. Вот этот, короче, сундук из грязи, в нем было всего 9 слотов. Когда очень... Когда нет дерева вокруг, мне надо сундук, да? Да. Yeah. Ну, знаешь, уже хоть что-нибудь, я тебе скажу, хоть что-то уже. Так, пора, наверное, чего-то... Билдкрафтом, наверное, надо заняться. Посмотрим, что бы можно сделать. Улучшенный верстак, постройка. Улучшенный верстак. Верстак просто введи, он может называться по-другому сейчас. Так. Автоматический верстак, промышленный верстак, автоматический верстак.
По-моему, нам нужен промышленный. Промышленный не из... Это тот, который из Industrial Craft? А, какой-то... Да, Или по-моему. билд крафта? Билдкрафтовский и... Вроде. Автоматический верстак он называется. Buildcraft Factory Mod написано. Ну, попробуй его. Для него нужны две каменные шестерни, которые делаются из деревянной шестерни. А она Так, у меня они делается... есть в сундуке. Сходи, возьми. Сходи, возьми. Надеюсь, это тот верстак, про который ты хотел. Я шестернями даже уже запасаюсь. А, вот они. Благодарю. Так, ай, по-моему, это... А как посмотреть, какими предметами можно... У А, тебя это не меню то. справа есть, ё-моё. А, обычным булыжником надо обложить. Булыжник у тебя вроде бы есть. Конечно. Так, вот две пластинки. Так, сколько я лопат потратил, не помнишь? 6, по-моему, да? Уже это... Да больше уже, наверное. 7. Седьмая лопата Я еще сделал тебе сломалась. автоматический верстак. Надеюсь, тебе нужен был именно он. Там надо смотреть, как карьер делать. Надо карьером заняться. Что, справка какая-то тут есть? Владелец Максимадзе. Не, владелец по сути не я. Ну, не знаю, что он, короче, делает. Сам разберешься, наверное. Тут также 9 слотов, но что-то тут как... Ну, что-то тут еще внизу какие-то слоты. Не уверен, что это именно тот, который тебе надо. Но надеюсь, что... Сейчас разберемся, погоди ты. Боже, сколько грязи у меня уже с земли. Так, ты куда верстак поставил? Там, в базе в нашей. Такс. Карьер. Так. Нужна алмазная кирка, Макс. Тащи алмазную кирку. А где я тебя возьму? Алмазы иди копай, пожалуйста. Нам нужны... Так, нам нужны, получается, алмазы. А зачем алмазная Так. кирка? Она там нужна. Для карьеры Крафтить. именно самого или что-то Да, для копать надо? карьеры именно. Для А карьеры именно как этот самого. создавать? Так, о, здесь уголь есть. Ни хрена. Можно создать вот такие вот часы. Надо мне кусок золота. Можно я один кусочек золота возьму? Ну, возьми мне что. Так, получается, нам нужно... А, нам еще золотые шестерни. Палки, где палки? Акации. А, нет, А, не у меня так. нету больше акации, я не смогу сделать эти часы. Ну ладно, придется из другого, видимо, материала делать. Так, Из темного шестерня дуба можно есть? сделать. Полублоки нужны мне. Как раз 6. Столько мне и надо. Ай-яй-яй. Так, булыжник, ты говорил, да, требуется там. Так, еще Снимаем эти сколько часы. что? Блин, а железа у нас нету нигде случайно же, да? Нету. Блин, экая неприятность. Как оно же крафтится-то? А, кусок золота еще надо вниз. Точно, что-то забыл. О, отлично. Классные часы я себе сделал. А, булыжника надо. Куда бы только Еще булыжника. поставить их. Ну-ка, а, что, они маленькие такие? Я думал, они больше. Кто? Часы. Часы?
Да. И еще захотел-то. А, блин, здесь также по стадиям. Так, надо железо теперь накопать где-то. А, боже мой. Как же это сложно все. Так, ладно, пока что положим все, что необходимо нам сюда. Нет, я лучше в другое место их поставлю. А рамки обратно сюда воткну. Давай спать. А, я на втором этаже их повешу лучше. Часы эти. Супер крутые часы. Повешу и спать, да. Так, я пока буду топиться всякими разными. Так, я уже сплю. Я тоже. И давайте на этом закончим серию, собственно говоря. Достроил я крышу, сделал себе классные часы, которые висят на втором этаже. Может, Андрей, если захочет, посмотрит. С вас лайкос, подписывайся с нас, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, логовый канал. Сейчас Андрей, походу, часы идет, посмотри. О, прикольные часы. Да. А еще, кстати, не хочешь посмотреть эту комнату в подвале у меня новую? Давай посмотрим. Балдеж, выглядит. Вау. Шикарно. Да. А здесь так это. Блин, ты когда-нибудь к аду спуск доделаешь, нет? А надо ступеньки. Надо еще ступенек сделать. Но думаю, те ступеньки я сделаю из булыжника просто. Это в ущелье, да? Ты говоришь, дорога. Там есть и на улицу, и есть и в ущелье. Нормальная такая шахта. Но надо будет его. Так что еще раз благодарю за просмотр. До новых встреч и всем. Пока.